пев, который я буду сейчас сказывать, он-то пропел только детство Ильи, и то очень выборочно, не 16-я строчка. Вот. Интересно, конечно, озвучить вот эти сказания старинные, которые в томах, вот, и непонятно, вот я даже былины, честно говоря, не читаю. Ну, нет смысла в этом, это и скучновато, и все понятно там. Вот. А вот другое дело совсем исполнить и прожить. То есть именно то есть в этом какой-то смысл я вижу. Поэтому я уже добираю слова по всем вариантам. Вот 6 вариантов есть у нас в записи этой Добрыни и Маринки. Уж я беру там, что мне понравится. И так мог исказитель действовать, потому что он тоже слышал разные варианты, где он там сказал. Ах, как и прежде, Рязани до села водой слыла, а то перече Рязани до села ванною город стал. Ох, и прославилась Рязани да добрым молотем. Чадо милое,
Твого Сина, так і ясна сокола. Собірала она так нині попов і дьяков, ах і всіх лі причоти дьяков церковников. О кресте лі, то є їй так чадо милою, ах і думали, о неї так крепко думушко, ах і думали, о неї да цели суточки. Тоби да дали хорошо да баско євецько, нарекали младенець, ай, святи добринюшка, а хто теліє добринюшка, м'який тініч. Вот осталося ти, м'який ти, дорого сім'ю, уродилося ти, негодок, ай, золото чадо, оно спорою було, братці, воровою, воно тихою було право смиреною, ох, і умною було чадо, розумною, да є сильною було у нас ядреною. От те, добринюшка, ростет і дарове, но цвети цветет. Ах, і подроси вони до тих і да до шести годов. А чесна вдова Офімія да Костянтиновна. Ах, стала його учити во хитру грамотку. А не так добриня учит, как у людей учат. У людей это учат, ты так и право месячок. А добринюшка учит и в одну неделюшку. У людей это учат, ты так и право полгода. А добрынюшка того учит, только месячет. У людей это не учат, ты челиной годичок. У добрынюшка учит, ты так и только полгода. Вот и выучились он его хитру грамотку. Хорошо уметь читать и не запинается. Хорошо уметь владеть пером и орлинским. Его ворово то ходит рука правая. Вот добрынюшка растет и до коровы ночи ты цветет. А подросы ноль добрынника до лет двенадцати. А и стали вони по волоцікам похаживать, а и стали вони на
на широких поегрывах. Он и стал шутить, братцы, и шутки немалые. Ох, и немалые все шутки да богатырские. Кугу за руку схватит и так руку выдернет. Кугу за ногу схватит и так ногу вывернет. Вот и стал и он хватать приправу да богатырскую. Ах, и стал и он приправу да богатырскую. Во первых это купить обор замечкою. Хорошо владит купить обор замечики. А еще схватил и палить обою. Хорошо владеть ты, добрынька, так е той паличой. Вот третьих схватил Микитич саблёво острую. Хорошо владеет он и саблёво острую. Вот и стал у нас добрынюшка на возрасте, а на возрасте ровно сокол на возрасте. Ах, вот о воде порода, вот о времечко, а честна вода Офемия да Костянтиновна. О, дават добрынюшку во услуженицю. А вот от она его востоле, но Киевград, да ко нашому ко князю да ко Владимиру. А я принимал его Владимир во село женитьо. Ах, и 3 года добрынька жил его конюха. И 4 года а еще то 3 года он жил во стольниках, и другие 3 года та жил во ключниках. А прошло того время равно 12 лет. Ах, и службица добрынеки дан принаскутила. Ах, сижа ночка ему дана докутила. Спрашивал у князя он и благословленитя. Ай, сходите погулять по граду Киеву, а потім іще по вулочкам широким, да по всім переулочкам почастіє. Маленькая передышка, поменяйте позу и хлебните чайку.